Раз, два, три, четыре. Начинается рассказ. В 113-й квартире великан живет у нас. На столе он строит башни, строит город в 5 минут. Верный конь и слон домашний под столом его живут. Вынимает он из шкафа длинноногого жирафа, а из ящика стола длинноухого осла. Полон силы богатырской, он от дома до ворот целый поезд пассажирский на веревочке ведет. А когда большие лужи разливаются весной, великан во флоте служит самым младшим старшиной. У него бушлат матросский, на бушлате якоря, крейсера и миноноски. Он ведет через моря. Пароход за пароходом он выводит в океан, и растет он с каждым годом, этот славный великан. Thank you.